Мы идем опять на Play Market. И уже в поисковике вбиваем PLC Farm. Это уже такая желтенькая иконка будет. Точно так же нажимаете «Установить», потом «Открыть». Процедура будет точно такая. Вы у себя в блокноте пишете пин-код и транспортный пин-код для фермы. В данном случае, когда у вас открылась ферма, вам нужно и ферму привязать к вашему аккаунту PlatinCoin. Пишите опять же тот же email и тот пароль, с которым вы входите в кабинет PlatinCoin. Опять переводите бегунок вправо, нажимаете «Синкин». Вам предлагают придумать пин-код. Сразу хочу сказать, предложений будет два. Это можно будет сделать с помощью отпечатка вашего пальца. Либо вы придумаете опять из шести цифр, либо букв пин-код. Как вам удобно. Когда вы два раза ввели пин-код, опять у вас выходит вот такая картинка, где спрашивают у вас, хотите ли вы сделать ваш кошелек, который только что мы с вами открыли, главным. Вы соглашаетесь. После этого нужно идти, опять возвращаемся в кошелек. Заходим опять, три полосочки нажимаем, заходим в меню, и вы увидите у себя вот такую красную надпись. Setup PLC Farm. Вы на нее нажимаете, и после этого вам приложение предложит открыть опять ферму и завершить настройку. Вы должны сейчас придумать уже для фермы транспортный пин-код. Опять пишите его два раза, генерируете, и у вас выходит приватный ключ для фермы. Опять же, делайте скриншот, сделайте, если у вас есть другой телефон, еще фотографию, отнеситесь к этому очень серьезно. Это ваши основные ключи, которые никому нельзя ни показывать, ни отдавать. Только вы можете, имея эти ключи и пин-коды, иметь доступ к вашему кошельку и ферме. Опять бегунок влево, нажимаем Next. И мы с вами привязали кошелек к кабинету, ферму к кабинету и кошелек соединились с фермой. Я вас поздравляю, мы сделали основные настройки. Вроде бы кажется, что это тяжело, но ничего сложного этого нет. Еще раз повторюсь, вы это делаете один раз. Теперь заходим к себе в черненький кошелек, использовать пин-код от кошелька. Там уже у нас будет подарок, если вы купили тысячный пакет, 25 монет. Потому что мы с вами купили после того, как установили кошелек. В кошельке мы нажимаем «Отправить PLC Farm», то есть наши 25 монет отправляем на только что скачанную ферму. При переводе взимается комиссия, поэтому отправляем меньше. Нажимаем «Да», и наши монеты отправляются на нашу ферму. Нажимаем «Ок», потом заходим уже на ферму, смотрим, что на балансе эти деньги появились, нажимаем через 24 часа кнопочку «Получить доход». И получаем доход на свой кошелек, на черненький кошелек, новые монеты. Вы эти монеты можете использовать, а можете вернуть назад точно таким же образом на ферму, чтобы на следующий день получить еще больший доход, уже от большей суммы. Уже через 24 часа вы увидите, как работает технология, как вы можете использовать эту технологию для того, чтобы жить только на одни проценты. А о том, как узнать, чтобы эти проценты у вас были быстро и много, я вам расскажу в следующем видео.